В этой оранжерее больше 30 видов цветов 100 различных расцветок. Цветы у амурчан популярности не теряют, поэтому к концу июня они все найдут своих хозяев. В Благовещенском биопарке уже распустился целый цветочный ковер. Петунии, бархатцы, георгины, колиусы уже ждут своих покупателей. К концу мая растения надо высаживать, говорят в парке. В этом году благовещенцев порадуют новинками – петуниями новых расцветок, ирисами, лилиями и газаниями. В этом году мы выращиваем такой цветок, как гацания. В народе называют еще газания. Вот это великолепный цветок, очень похож на ромашку, но у него гораздо больше расцветок. Они очень пестрые, они есть красного цвета, есть желтые с красными вкраплениями, белые, розовые. Они очень красивые, яркие. В этом году биопарк порадует амурчан и новыми саженцами. Например, появились морозоустойчивая яблоня, снежный виноград и орех фундук. Последний в Амурской области не растет. У нас есть вид ореха, очень похожий на фундук, но его плоды меньше. В местном климате новый вид хорошо приживется, уверены здесь. В биопарке на продажу готовы 400 саженцев фундука. Один саженец стоит 200 рублей. Это не просто лесной орех, который вот у нас в лесу растет, да? А это настоящий фундук. Но садить этот орех необходимо 4 куста разных сортов, для того, чтобы они переопылялись. Тогда орехи будут крупные. Я думаю, что нашим садоводам будет приятно вырастить там мешочек орешков и забросить его там под кровать на осень. Недавно биопарку исполнилось 4 года. На площади в 66 гектаров растут десятки тысяч цветов и саженцев. В день за зеленым товаром иногда приезжает до 100 покупателей. Их вкусы год от года меняются. В прошлом году популярностью пользовались растения и цветы. В этом садоводы активно покупают кустарники, например, сирень и жимолость. Мы уже вот второй год покупаем саженцы. Для двора покупали тополя золотистые. Жасмин был у них. Еще покупала, значит, виноград, цветущие деревья, клен и, конечно, цветущие цветы. Очень хорошие цветы. При посадке все принялось хорошо. Активно покупать растения и саженцы будут до конца июня. Руководство биопарка хочет успеть порадовать горожан еще несколькими новинками. В планах закупить саженцы ирги, крыжовника и новые сорта жимолости. Василина Садовенко, Василий Пронькин, Альфа-Новости.